У меня в руках находится головоломка максимального уровня сложности. Задача заключается в том, чтобы каким-то образом ее разобрать. Стоит она из четырех деталей. Если мы просто опускаем вот эти детали, две, у нас ничего не происходит, а все так же зажато. На самом деле, для того, чтобы ее разобрать, нужно выполнить довольно большое количество действий. Я покажу только первое. Нам необходимо развести их в стороны. И головоломка вроде бы начинает разбираться, но на самом деле, а пока не особо что-то меняется. Есть, выполнили следующее действие. Теперь разводим две детали в стороны. И таким образом, выполняя огромное количество действий, необходимо привести головоломку к разобранному виду. Я сделал отдельное полноценное видео, ссылка на него будет в описании, рекомендую посмотреть, там я полностью разбираю головоломку. Вот сейчас скажут, что эта деталь может вынуться, но нет. Для того, чтобы ее вынуть, нужно действительно выполнить еще порядка 20 правильных действий последовательных.